Народ, всем привет! Сегодня у нас такое экстренное, неплановое видео. Знаете, как бывает там экстренный выпуск новостей, что-то там случилось, произошло. Не люблю я, честно говоря, делать такие видео, но часто так бывает, что, знаете, самые интересные вещи вам дают в самый-самый последний момент. И в частности, сегодня мне скинули целую, скажем, пачку купонов, которые можно будет использовать на Gearbest, и, соответственно, возможно, что-то интересное купить по хорошей цене, даже лучше, чем на Алиэкспрессе. Честно скажу, все купоны, то есть все цены я просто физически проверить не мог, потому что мне только что вот это все дело скинули, и говорят, вот, пожалуйста, смотрите, как бы публикуйте и так далее. То есть, ну, реально, я сейчас вам сделаю, то есть вот эту вот подборочку, все купоны, все скидки, все ссылки я ложу под видео. Ну, из того, что интересного вижу так вот бегло сразу, это вот Mi 5, Mi 5S за $295.89. Из того, что вижу, тоже бегло классно, что вот купон на все телефоны 13% скидка, на все планшеты 13% скидка. То есть это то, что я вижу как бы уже сейчас. Ну, а вы, соответственно, по списку потом пробежите и посмотрите, может, что-то интересное было вам. Ну, Redmi 4A, понятное дело, будет интересовать многих людей. Я не знаю, Йотафон, может, кто-то будет там покупать или так далее. Ну, сразу, что я вижу, например, OnePlus 3, ну, вроде как бы вчера в подборке, то или сегодня видео вышло, то, по-моему, что у меня было $390, здесь он 438. Может, это самая модная версия? Ну, короче, не знаю. То есть сейчас я вам покажу, что у нас есть. Ну, а вы, соответственно, уже по ссылочкам под видео, соответственно, с купонами, которые будут под видео, можете уже, соответственно, себе перейти и посмотреть. Значит, вот, например, Redmi 4A нам предлагают купить. Давайте посмотрим, сколько нам предлагают купить. 104,99. Ну, вроде как неплохая цена, если я не ошибаюсь. Если, конечно, мне память не изменяет. Yumi Diamond 4G. Есть на него купончик. Будет $98.99 стоить. Вот. Ну, еще раз повторюсь, ребята, проверяйте как бы цены. То есть я просто физически не успел все проверить. Вот мне скинули пачку. Вот на тебе пачку, короче, и делай с ними, что хочешь. 99,99 будет $98. Сэкономите. Мы поняли, да? Так, следующее. Это на Xiaomi Redmi 4A. Xiaomi Redmi 4A 104,99. Тут же купон Йотафон. Я не знаю, если кому-то нужен Йотафон, пожалуйста, посмотрите. OnePlus 3, ну, короче, посмотрите. То есть это известный смартфон. А, ну, давайте посмотрим, может, реально, что там, что они продают за вот эту вот, за такую цену. Это какая версия, вот интересно посмотреть. Так, это у нас версия 6 гигабайт 64. Ну, стандартная, обычная версия. Просто $20 от стены Gearbest вам просто скинут. Ну, не знаю, тут уже, конечно, решайте сами. Какие-то штуки по 99 центов. Целых 500 штук. Что это у нас такое? Давайте сейчас глянем, что это у нас такое. Переходни, чувак. Нужна вам пачка переходничку. 500 штук по 99 центов. Налетай, налетай, бери. Ну, понятное дело, это у нас ссылка будет на смартфон. По этой ссылке переходите и можете принять вот этот вот купон, который вот здесь вот написан. Ссылка на планшеты, скидка 13% на планшеты, на бытовую технику. Xiaomi Redmi 3S 32 гигабайта. Что это? $325. Redmi 3S. А сейчас он как бы сколько у них стоит? 129,99 будет 125,99. Это, я так понимаю, просто другой цвет. Йотафон будет стоить у нас 119,99. Йотафон 2. Кстати, 12 ноября в 00 по Пекину 500 штук будет продавать. Так что, кому интересно. Самое интересное, это что? Mi 5. Mi 5S за $295. Правда, всего лишь 20 штук. Ну, в общем, короче, может кто-то успеет. То есть, если кто хочет купить. 318 сейчас. Он как... Подожди. А, это Mi 5S плюс. Это же не плюс, а я думал уже плюс. Следующее, что у нас тут было? Что у нас тут было? Redmi Note 3 Pro 300 штук за $169.99. Ну, я не знаю, вроде вчера было у меня дешевле в видео. Ну, то есть, посмотрите мои видео, мои топы. Вроде как бы там Redmi Note 3, это $100-150, категория был дешевле. Meizu MX6 за $239.99 будет с купоном. Опять-таки, тоже 20 штук. Ну, сделали бы 200 штук, было бы уже, наверное, реально уже намного как бы интереснее. $279. Кстати, MX6 скоро у меня будет на обзоре. Вроде как... Так, ну и Redmi 3S за $99.99. Redmi 3S. Вот, это, кстати, очень... Ой, прошу прощения.
Это, кстати, очень хорошая цена, потому что на Алиэкспрессе... Ой, что это такое? iPhone S8, если нужен такой фон, микрофон, $25 будет стоить 19,99. Redmi 3S, по-моему, стоил дороже $100 на Алиэкспрессе. Начинаются 15,00 по Москве. То есть вот эти вот синие, что я выделил, они будут с Mi 5, начиная Mi 5S, они будут в 15,00 по Москве стартовать. Так что, в принципе... А, вот как раз стартнули. Ладно, все, короче, запускаю видео. И давайте, в общем, кому что надо, посмотрите, сравните цены. И может реально что-то интересное нам подкинули.